заключительного дня первенства России. Представляем судейскую коллегию руководитель команды Виктор Шумайлов, судья всероссийской категории Южный федеральный округ, арбитр Марина Чернева, судья всероссийской категории город Москва, боковой судья Петр Тюлин, судья первой категории Приволжский федеральный округ. Представляем спортсмена в красной форме Дарья Казанцева. Первый юношеский разряд представляет Сибирский федеральный округ, город Омск, в синей форме Александра Рябченко. Первый юношеский разряд представляет Центральный федеральный округ, город Калуга. Уважаемые призеры заключительного дня, просим вас собраться в зоне награждения около врачей. Первенство России весовой категории свыше 65 килограмм Александра Рябченко, Центральный федеральный округ город Калуга.